Овощи и фрукты, которые мы употребляем каждый день, буквально напичканы пестицидами. Практически все фермеры для защиты урожая применяют пестициды, поэтому эти химические вещества остаются на фруктах и овощах. Регулярное поступление в организм пестицидов наносит огромный вред нашему здоровью. Если вы правильно не обрабатываете фрукты и овощи, то съедаете и эти вредные химические вещества. Пестициды могут вызвать рак, повредить нервную и репродуктивную системы. Они могут даже вызвать врожденные дефекты плода. По возможности покупайте органические фрукты и овощи, которые не содержат вредных веществ. Если вы не знаете, в каких условиях выращивали фрукты и овощи, то научитесь правильно их обрабатывать. Так вы сможете удалить из них пестициды. Сегодня я расскажу вам о всех способах очистки фруктов и овощей. Если вы будете соблюдать эти простые рекомендации, то вскоре почувствуете улучшение самочувствия. Удаление пестицидов из продуктов позволит также увеличить продолжительность жизни и снизить риск многих заболеваний. Первое средство – уксус. Уксус – это одно из самых мощных средств, которые уничтожают микробы и выводят пестициды из овощей и фруктов. Заполните мойку водой и добавьте одну чашку белого уксуса. Помойте овощи и фрукты в этом растворе. Теперь они готовы к употреблению. Второе – пищевая сода. Пищевая сода также помогает удалить вредные пестициды и химикаты из фруктов и овощей. В большую миску влейте 5 стаканов воды и добавьте 4 столовых ложки пищевой соды. Замочите овощи и фрукты в этом растворе на 15 минут. После этого продукты готовы к употреблению. Третье. Куркума. Куркума – это специя, которая обладает антибактериальными свойствами. В миску с кипящей водой добавьте 5 чайных ложек куркумы. После охлаждения положите в такую воду овощи и фрукты. Затем промойте их под проточной водой. Четвертое. Соль. Соль быстро разрушает пестициды. В миску чистой воды добавьте 1 чашку соли. Положите овощи и фрукты в этот раствор соли на 10 минут. Затем слейте этот раствор и налейте чистую воду. Промойте овощи и фрукты 5 раз перед употреблением. Согласно научным данным, промывка овощей и фруктов 2% солевым раствором позволяет удалить большую часть остатков пестицидов. 75-80% пестицидов удаляется при замачивании в холодной воде. Каждый из приведенных способов позволяет удалить около 90% пестицидов, которые содержались в ваших фруктах и овощах. Чтобы полностью обезопасить себя от пестицидов, нужно очищать кожуру фруктов и овощей, которые имеют шероховатости на своей поверхности. Именно в этих местах накапливаются вредные химические вещества. Итак, вы знаете, как можно защититься от пестицидов. Ваша пища теперь будет для вас только полезной. Поделитесь этим видео со своими друзьями и не забудьте поставить лайк. Чтобы узнать больше, подпишитесь на канал «Домашний лекарь».